Всех приветствую, всем приятного просмотра. Сегодня поиграем в игру под названием «Слова радуги». Почему именно так, можете не спрашивать, я без понятия. Если в двух словах, то это у нас постапокалипсис. У нашего главного героя погибли родители. Я хотел стать Бэтменом, но так как денег не было, решил стать бомжом. И теперь мы с вами будем колесить по этому суровому миру. Так что давайте начинать. Не знаю, что тут нужно делать. Так, двоечка. Ага, на двоечку у нас заводится тачка. Так, поехали. Вот они, тарелки. Ты кто? А что здесь раньше было? Никто точно не знал. Поговаривали, что раньше здесь проводили какие-то секретные исследования. Еще до радуги. Вроде бы эксперименты с физическими аномалиями. Ага, теперь понятно, почему слово радуги. Это типа как за монолит, да? Это название, я так понимаю, этой плохой корпорации. Так, едем дальше. Блин, ну я ж аккуратный был. Не к добру это. Зажигание вырубилось. Так, может, попробуем завести? Возможно, сгорел какой-то предохранитель. Проверь монтажный блок. Да, здесь он прямо в салоне, сверху. Нужно искать замену. Ладно, давай искать. Да, кстати, это демка, так что, я думаю, будет одна часть. Не знаю, может, минут на 40. Походим, побродим, посмотрим, что за игрушка. Так, птички замерзли. Угу. Стоит осмотреть сооружение изнутри. Может, будет что-то полезное? Да, без проблем. Сейчас мы тут сбегаем. Сейчас посмотрим, можно ли взаимодействовать с трактором. Мало ли, может, тут какие-то... Нет, нельзя. Я думал, может, какие-то детали можно будет с вами забрать. Но, увы. Не, ну выглядит неплохо. И по оптимизации тоже. Вроде бы тоже хорошо. Не знаю, как там будет дальше с сюжетом. Посмотрим. Так, здорово. Прикольно. А ну давай еще раз. Как в детстве, да, вот там чисто на горку и. Так, ладно, все, сори. Собрались, у нас тут постапокалипсис. Я так понимаю, киберпанк для бедных, да? Так, на F-очку у нас есть с вами фонарик, это хорошо. Не знаю, нужны ли будут тут батарейки с вами искать, либо не нужны. Пока есть без понятия. Не забывай про свой дрон, Игнат. Он может помочь. Ага, вот здесь дрон. А дрон, по-моему, у нас на троечку, да. Отлично. Так, шикарно. Мы теперь с вами управляем дроном. Так, можно на себя посмотреть? Да, можем. Полетели, посмотрим. Я так понимаю, нам нужно будет сейчас с вами открыть дверку, да? Но вот с дроном прикольно сделали. С дроном реально... Это что такое? С дроном реально прикольно сделали. Так, и что здесь нужно делать? Я так понимаю, нам нужно будет как-то открыть дверку, да? Ага, хрестик, наверное, специально для нас сделали. Так. Открыли? А если выйти... Да, открыли. Ага, у нас есть разновидный ключик. Хорошо. Давайте забирать наш с вами дрон. Где он тут находится? И давай смотреть, что здесь вообще происходит. Вот. Интересно, а он может за нами летать, либо нет? И нужно ли будет его заряжать? И что это за цифры снизу? Видели? Тут типа такое автосохранение или что? Будь так. Внимателен, впереди лазер. Похоже на мину липучку. Угу. Давай обезвреживать. Так, и как тут? Ага, нужно, чтобы этот кружочек не попадал, да, по стенкам. Хорошо. Идемте дальше. А я могу ее забрать? Мину липучку нет, к сожалению, не могу.
Все закрыто, все закрыто. О, топорик. А можно взять топорик? Нет, не можно. Нет ни зажигалки, ни спичек. Хорошо, и топорики взять не могу. Я думаю, наверное, когда игра выйдет, мы сможем его забрать. Все нормально, отделался испугом. Я не знаю, почему у нас. Не забудь предохранитель. Продукты питания. Видеокассета. Можно будет послушать в машине. Почему наш Игнат не разговаривает? Так, что это такое? Ой. А оно так и было. Честно, это не. Так, что это у нас? Ага, это аптечка. Могу тебя как-то заправить, включить? Нет, не могу, да? Давай смотримся. Компьютер, компьютер, бутылка. Ты кто? Батарейка для конденсата. Вот, предохранитель. Отлично. Сможем, наверное, выходить, да, отсюда? Так, ты кто? Чей-то планшет. Осваиваюсь на новом месте. Огромный бетонный комплекс. Да ну... О нем слыхал, но лишь сейчас удалось добраться. К моей даче рядом оказался акустический шар в паре километров отсюда. Угу. Так, наконец-то откопал в пожитках любимую кассету с композицией «Мой 991». Ага, давно ее ищу. Классика 90-х. Угу. Спасибо. Могу ли я тебя взять? Нет, не могу. Так, у нас сейф здесь, да? Классика 91. Че-то 90-х. Какой там был? Какой там был пароль? 1991. Окей, давай попробуем, мало ли, может. Может получится. Так, 1991, да? Е-бей-бим. Так, металлический брусок. Мы что-то с вами нашли. Хорошо, предлагаю выходить отсюда. Мне кажется, или этой двери раньше не было. Какой двери? Вот этой вот? Да, вроде была. А я не помню, мы проходили, по-моему, была дверь или нет. Хер его знает. Ладно, давай отсюда выбираться. Что-то мне не нравится это место. О, здорово. Наверное, Сару Коннор ищет, да? Так. Хорошо. Ля, ты крыса. Все? Дом достала библиотека. Означает, получи гаечным ключом по роже. Гребаный робот. Так, где наша дверка была? Тут закрыто. Тут закрыто. Выход перекрыт. Нужно искать другой путь. Ясненько. Ну да, а мы ж не можем, да, эту дверь оттолкнуть никаким образом.
Если не ошибаюсь, то, по-моему, вот эта входная дверь открывалась наружу, а не вовнутрь. Ну ладно. Может, я что-то путаем. Тогда давай возвращаться назад. Интересно, будет ли тут оружие у нас, либо мы будем с помощью гаечного ключа вот это вот тут все разбирать вместе с вами. А давай по мини ёбнем. Сработает? Не? Ну и ладно. Так, что нам нужно делать? Ты кто? Ага, это вот этот вот кубик, который мы нашли с вами. Сейфе. Интересно. Что-то мне это напоминает. Ну да, метро напоминает. И сталкер тоже. Так, батарейка. Какие-то документы. Могу открыть тебя? Нет, не могу. Не могу. Блин, разработчики, когда вы уже научитесь сделать сейфы, либо предметы, с которыми можно со всеми взаимодействовать? Ну, что он закрытый? Почему эти два открытые, а эти я не могу открыть? Так, могу посмотреть. Перемотка. Является. Алло. Появляется, мы так с вами, наверное, не узнаем. Вот по поводу фонарика, интересно, тут батарейки садятся, либо нет? Могу ли я походить с ними постоянно, либо мне нужно будет менять их? Не знаю, ну, наверное, пусть пока месть буду, да? Так, это что такое? Ага, свет включен. Шикарно. Записка. Так, вскрыл вчера архивный зал. Многие находки оказались в сохранности. Наконец нашел ключ от соседнего помещения. Местная система замков крайне необычная. Для использоваться металлические магнитные бруски. Красивые изделия, будто неземные. Слишком много теста, это никто не будет читать. Ага. Я так понимаю, мы сможем с вами с помощью вот этих вот магнитных блоков открывать, да? Здесь есть что-нибудь? Не, нет, там поспать могу. Поспать не могу. Хорошо, да ты можешь заткнуться, блять. Я пытаюсь здесь понять, что здесь происходит. Дай сюда. Хорошо. Давай тогда искать выход. Могу я топор взять теперь, либо не могу? Нет, не могу. Зажигалки у нас с вами нету, да? Угу. Здесь я никуда не могу вставить этот ключ. А, куда-то сюда. Ну, вроде других таких замков я и не видел здесь, когда я шел. Так, через люк могу выбраться? А ну?
Понял, не могу. А, вот есть что-то, смотри. Отлично. Так, давай берем в руки ключ. Ага, а если я заберу? А, забрать я не могу, да? Ладно, давай прыгать. Давай прыгать. Не знаю, будет ли тут монстр, либо не будет, так что держим. Держим ключ. Бонжур. Сейчас за нами по-любому кто-то побежит, да? Что-то мне кажется. Ну не просто так же ж. Оно стучит. Нормально, ты как? А ты кто вообще? Может выключить фонарик? Мне очень жаль, что все так обернулось. Тебе пришлось через многое пройти. Что за голос? Откуда? Что? Какой голос? Я так понимаю, это Джарвис на минималках, да, у нас? Неважно. Так, здорово. Медицина, хорошо. Осторожно. Всегда удивляло в компьютерных играх, как легко персонажи передвигаются по руинам постапокалипсиса. Согласен. Арматура, битое стекло, куски бетона. Можно легко травму получить. Понимаешь, мы получили травму. Так, тихо. Я так понимаю, это явно недружелюбный, да? Блин, ребят, я должен это сделать. Сами понимаете, перед тем, как мы отсюда уедем. Давай. Все, пошли. Я так понимаю, мы тачку сейчас с вами починим, да? Так, заходи. Меняем предохранитель. И... Ага, даже так. Нужно удержать вот это вот внутри. Не знаю, зачем это было сделано. Молодец, теперь можно двигаться дальше. Да, давай. Ну? Алло? Как это все завести? Ага, даже... Дворники работают. Прикольно. Как завести? Я таки извиняюсь. Ага, вот как. Можно музыку выключить на двоечку. Странно, конечно, здесь решение заводить машину таким вот образом. Ну ладно. А только куда нам ехать? Направо, налево? Слышь, Джарвис, куда нам ехать? И куда мы вообще едем? Ага. Снег тут плотный, скользко. На пониженной передаче проехать будет легче. Каким образом это сделать? И почему у нас дымит тачка, вы видите? Рад, что мы покидаем это место. Веет какой-то гнетущей энергетикой. Будто глубоко в недрах сокрыто что-то, чего лучше не знать. Откуда, блядь, дым идет? С движка или откуда? Все хорошо. Мы доедем, я надеюсь. Давай, поехали. Ага, то есть на двоечку я могу переключать передачи. Киюшки. Так, поехали. Просто не хочется гнать. Если мы сейчас где-то врежемся и тачка поломается, то придется пешком это все преодолевать.
за колобок? Автономный курьер. Если его поймать, внутри можно найти что-то полезное. Серьезно? Не переживай, это не механик, а просто автомат. Блин, надо было за колобком побежать. Так, включить свет. Аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Надеюсь, мы здесь с вами проедем. Скоро совсем расцветет. Ты не спал всю ночь. Может, стоит немного передохнуть? Что за шум среди ночи? Кажется, это у соседей. Ага, это мы с вами, я так понимаю, мелкие, да? Когда были. Так, ока. Сообщение, игры. Что такое? Хрестики-нолики? О, давай сыграем. Хрестик. Ля ты, падла. Угу, хрестик. Ну все, тут ничья. К сожалению, тут ничья. Да, ладно, выходим. Аудиозапись, запись 1. Тихо. Вот у меня еще не хватало... Тут еще авторских прав. Угу, ясненько. Выходим отсюда. Все, до побачення. Вот мне интересно, у нашего главного персонажа, блин, а могу я вырубить музыку, либо не могу? Спасибо. Интересно, у нашего главного персонажа будет там... Стамина. Хочу верить. О, кобра. С этим со Сталлоне, да? И нужно ли нам будет есть и пить? Божечки, кто это стучит? И что нам нужно сделать? На диван могу залезть? Да, могу. Угу. Судя по елочке за окном Нового года, а по шуму дождь идет. Так. Непонятненько. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Хорошо. Нужно будет сейчас найти, наверное, пароль с вами. А пароль у нас где находится?
Так, ты кто? Что такое? Это хрень светящаяся. Нам нужно будет найти пароль, да? Я так понимаю. А пароль, наверное, находится в документах, в письме. Сообщение. Так, Егор. Привет, мне сегодня не получится. Папа собирается взять к себе на работу. Хорошо, папа. Так, сынок, прости, в этот раз не могу тебя взять. Очень важная встреча. Ну ладно, ничего страшного. Пап, деда. Так, Игнат, здравствую. Слышал вашу соседку, тетю Валю. Наконец-то выписывает. Угу. Аудиозаписи, игры. Крыши. Ясненько. А где же мне найти пароль? Может, вот это вот? 10-8. Так, равно 10. Здесь равно 8. А здесь... Хер знает. 10-8. Давай попробуем 10-8. Но в любом случае, я так понимаю, нам нужно будет сейчас выйти с вами на улицу. Так, и... Так, 10-8, не? Честно, без понятия. Божечки, вы можете угомониться? Алло. Я хочу понять, что здесь вообще происходит и что нам нужно здесь делать. На тап нет, ничего нету. Вот, записка. Так, Танюша, я сегодня работаю в ночную смену. Графика, заезжал мастер, смонтировал кодовый звук для двери. В качестве пароля установили число из недавних школьных задачки Игната. Целую ее до завтра, ага. Ну, давай посмотрим. Я так понимаю, нам нужно будет... Ну вот, 10-8. Что нужно? Короче, кубик плюс 0 равно 10. Значит, это десяточка, да? А тут 8 как-то выходит. Что за бред? А это что такое? Ну... Игра. Что за пароль? Так, пароль у нас будет с вами, знаете, какой? 4-2-1. Как это я понял, а я посмотрел. Так что да. Хорошо, что у нас есть, как говорится, эти ваши интернеты. Так. 4-2-1. Есть, отлично. Идемте дальше. Потому что я там бы еще сидел бы, гадал бы. Вот меня хотят. Так, фонарика у нас, к сожалению, нету. Блин, раритетная коляска. Так, ты кто? Ага, то есть я могу прятаться. Значит, за нами сейчас кто-то будет бежать, я так понимаю. Давай позвоним. Постучим, нет? Что нам нужно делать? Ага, давай тогда наверх. Наверх закрыто. Но кто-то ж тут же стучит, правильно? Неужели это снизу? Тихонечко. Кто стучит и что от нас хотят? Блин, не нравится мне это. Реально не нравится. Все по-любому робот, да, там стоит и ломает дверку. Да. О, здорово. Твою мать. Уходим. Все?
До побачення. Или можно выйти? Да ладно. Побежали дальше. Посмотрим. Кто у нас... Ёб твою... Ты чё, ебанулся? Всё, уходи. А, ты настолько, да, тупой? Понял, теперь понятно, почему Skynet проиграла. Так, открываем. Ёб твою. Ля, ты крыса, маленьких обижать. Загрузить последний файл, да? Загрузка. Загрузка. Ага. Я так понимаю, он сейчас выйдет, и нам нужно будет что-то делать, ёб твою. Уходим. Прихаю уходить на первый этаж, как нам такая идейка. Все. Не догонишь. Наверное, на улицу, да, надо куда-то. Нужно поискать ключи в кабинете управдома. Кто такой управдом? Ага, вот туда, наверное. Закрыть. Так, паника. Ключи есть, нашли. Хорошо, если мы присядем. А почему у робота звуки, как у хищника? Так, давай присядем. Надеюсь, он нас не заметит, когда откроет эту дверку. Все. Ну реально, слышите звуки, как у хищника? Вот это вот. Ёб твою. Ладно. Ладно, и что дальше делать? Я же забрал ключик, правильно? Забрал, я не могу ничего в руки взять. Сука. Ага, то есть ты настолько тупой, да? Понял. Закрой. Дебил. Блять, а как отсюда выбраться? И что мне нужно делать? Твою мать. За нами злобный робот бежит. Все. Чик-чирик, я в домике. Ты серьезно? Ясненько. Хорошо, давай загрузим. А если мы просто будем ходить на картах? Если мы просто будем ходить на картах, ты же нас не заметил, да? Потому что ты тупой. Я угадал. Ага, ну ладно. Давай ходить на картах. Ну как-то тупо, вам не кажется? Хорошо, я нашел ключи. А ключи я нашел от чего? Ой. Ну, как ты меня увидел, падла? Как ты меня, падла, увидел? Я не знаю, я не хочу здесь тупить 60 тысяч дней. И непонятно, что мне тут делать. Давай просто убегать от этого гребаного... Ага. Ладно, спасибо, игра. А нельзя сделать кнопку, типа там на таб, и ты такой и нажимаешь, а там говорят, что Арчи, а тебе нужно пройти-то туда-то. Не? Нельзя такую кнопочку сделать. Может, нужно подождать, пока миссион уйдет, как думаете? Ну, хищник на минималках. Так, куда ты пойдешь? Ну все, уходи.
Сары Коннор здесь нету, просто уходи. Давай за ним пойдем. Ага. Ты дверку не закрыл, да? Молодец, умничка. И ты сейчас, наверное, будешь возвращаться, угадал? Да, ты сейчас будешь, блядь, возвращаться. Ладно, нужно будет сейчас, значит, пройти. Пока если он меня не видит, только куда пройти? Она куда-то вот сюда, да? Ага, то есть ты повернул обратно. Божечки, как это работает? Почему он сейчас меня не заметил? Все, просто уходи. Просто уходи. Все, хорошо. Ага, ага. То есть мы с вами прошли по битому стеклу. А он нас не заметит, как думаете? Если мы не будем двигаться? Какой-то дебил стекло здесь раскидал. Сука, как это работает? Скажите, пожалуйста. Почему в один раз он меня заметил, второй раз он меня не заметил? Как это сработало? Интересно, я могу здесь прыгать, либо не могу? По-моему, могу, да? По-моему, если я перепрыгну стекло, то он меня не заметит, вроде бы. Не должен. Да, есть. Хорошо. Ага, то есть ты за мной побежал, да? Боже. Блять. Все. Сохраняй спокойствие. Каким образом я должен сохранять спокойствие? А ты не хочешь бежать? Он устал. Он устал, у него есть... Боже, почему... Начало было хорошее, сейчас такая помойка. Что нам, блять, нужно здесь делать, а? Скажите, вот что мне нужно здесь делать? Ага. Ты ж меня не заметил? Правильно я понимаю? Давай, уходи. Уходи. Ладно, вроде бы можно выходить. Так, мы с вами присели. Отлично. Пробуем. Все, теперь главное, блять, оно возвращается, да? Этот дебил возвращается. Кто создавал эту игру? Ответь мне вопрос. Просто нахуя такое делать? Вот просто нахуя. Ну закрыл я робота в комнате. Ну пусть он закрытый будет. Что мне здесь делать? Почему он меня через раз видит, когда я на картах? Вот это вот, что это такое? Что мне нужно делать? Куда мне нужно идти? Зачем я забрал ключи у правдома? Почему он так быстро ходит? Может, нам сюда нужно? Ага, он спускается, да? Во-во-во. Так, в какую сторону ты пойдешь? Ну давай, уходи. Божечки, он сюда идет. Может, мне нужно сюда подойти, как думаете? Ага, тут стекло.
Тут стекло. Ну все, съеби нахуй отсюда, я тебя прошу. Блять, животное. Сука, беги. Ой, блять. Мне правда интересно, что тут нужно делать. Мы взяли с вами ключи у правдома. Зачем? Чтобы что? Все, нахуй. В пизду. Говно ебаное собачье. Кал, сука. Не знаю, играйте в эту хуйню. Просто пиздец какой-то, блядь. Пошла нахуй эта игра. Все, всем пока. Ну ладно, хуй с вами. Давай еще раз попробуем сейчас пробежать прямо до нашей входной двери. Не знаю, может там что-то получится сделать. Во-во-во, ля-ля, вот это вот дебила кусок за нами бегает. Ну серьезно, ну нахуя такое было делать? Сука, все, нам пизда, да? Он за нами бежит. Ага. Может, на самом верху что-то будет, как думаете? Давай. Сука, а закрыть дверку нет? Ты не хотел? Домой? Где наша дверка? Ага, да неужели? А я знаю, что это ты, дебил железный. Так, что нужно делать? Пап? Что значит не отвлекай? За мной гребаный терминатор бегает. Ага. Я что, по-твоему, вообще дебил? Да-да-да, по-любому, сейчас. Сейчас, мудила грешная, я найду ломик, либо чем в тебя кинуть. Да я не открою тебе дверь, отстань. Так, что это такое? Угу, по-любому. О, Тетрис, твою ж мать, вот это ностальгия пошла. Да не впущу, отстань. Тра-та-та. Та-та-та-та-та. Так, ну, батя, по-любому ствол должен быть где-то, да, здесь? Да не открою я тебе, отъебись. Сынок, открой, пожалуйста. Что нужно делать? Игнат, пусти меня. Что нужно делать? Так, ока. Звоним в полицию. Звоним в полицию. Нет, не звоним. Сынок, открой мне дверь. Да не открою. Других вариантов нету. Давай представим, что Игнат наш дебил, и мы ее впустим. Открыл. Так, заходим. Заходим назад. Твою мать. Ну все, пизда Игнату. Ну, я так понял, это все, да? Я понимаю, что рано еще что-то говорить, потому что это демка. Игнат. Ну? Но этот робот меня взбесил. Нам с тобой нужно съездить кое-куда. В лес, да? Там тебе доктор одну очень полезную модернизацию сделает. Как в этих твоих играх. Правда? Угу, как Майнкрафт. Прокачает тебя. Станешь супергероем. А больно не будет? Нет, конечно. Мы тебе только глаз вырвем. Может быть, укольчик сделают, словно комарик укусит, и только. И микрочип в голову вставим. Электроника. Силы, наверное, нет, но суперзрение точно. Ну ладно.
Спасибо, что порали в демо. Ну, пожалуйста. Что могу сказать? Вот этот момент с роботом меня, конечно, выбесил, но у игрушки есть будущее. Если разработчики будут им заниматься. Так что ладно, всем спасибо за просмотр. Сори, что загорело в конце, ну, сами понимаете. Когда 200 раз пытаешься сделать одно и то же самое действие, то у тебя немножечко подыграет. Так что все, всем мур-мур, пока-пока и до потом.